каждому нужно иметь свой сад, чтобы ходить туда после работы, любоваться цветочками и слушать пенье птичек. Садоводству, как говорится, покорны все возрасты и все профессии. Удивительно демократичное занятие. Ну, сами посудите. Вот, к примеру, шофер. Студентка. Инженер. Тоже инженер. Руководящий работник. Бухгалтер. Полковник в отставке. В таком положении им, правда, трудно заметить торжественный круговорот солнца и парящих небесных птиц. Зато все они носят гордое имя «Садовод-любитель». Человек этой породы выведен искусственно, а вовсе не является результатом естественного развития. Оттого многие несовершенства. В самом деле, для чего ему спина? Кажется, только для того, чтобы время от времени расправлять ее со словами. Так и ломит, проклятую. Истинный садовод запах хризантемы или какого-нибудь там гелиотропа различит еще в запахе гумуса, изготовленного своими руками. А плоды со своих деревьев он запросто сменит на тачку райского перегноя. Ибо только он понимает, что гниение – та же жизнь, только в обратную сторону. Если вы из отряда дилетантов собираетесь перейти в садоводы, то нужно начинать с одежды. Старые штаны, куртки, приготовленные для старьевщика, здесь окажутся как нельзя кстати. Тут вот в чем дело. Растения привыкают к пугалу, как любой живой организм, к чему-то постоянному. Видимо, чтобы от него не очень отличаться и тем самым не травмировать психику растений, садовод наряжается так же.